Согласно преданиям, предки башкир пришли на Южный Урал, следуя за вожаком волчьей стаи. Так возник их этноним. Башкорт означает «главный волк». На протяжении веков башкирский народ пополнялся за счет различных племен, в избытке поставлявшихся Великой степью. К эпохе позднего Средневековья насчитывалось около 40 башкирских родов. Они были рассеяны по территории всей исторической Башкирии, от Камы до Тобола. В нашем фильме мы расскажем об одном из них. Глубоко укоренившееся мнение о том, что средоточием настоящих, или, как еще говорят, чистокровных башкир, является только юго-восток Башкортостана, с точки зрения этнографии является неверным. Северо-запад исторической Башкирии в этногенезе ее коренного народа сыграл не менее важную роль, чем ее юго-восток. Тому примером история башкирского рода Байлар. Башкиры рода Байлар ныне проживают в ряде селений Туймазинского и Ермекеевского районов Республики Башкортостан. Однако основная часть этого древнебашкирского племени обитает на территории Татарстана. В Агрызском, Менделеевском, Тукаевском, Мензелинском, Сармановском, Актанышском, Ютазинском, Бавлинском районах названной республики. В 552 году на территории Центральной Азии возникает могущественная держава – тюркский каганат. За короткий срок непобедимые тюркские войска подчиняют своей власти огромные пространства – от Черного моря на западе до Желтого моря на востоке. Однако в середине 8 века гегемонию тюрков перехватывают родственные им уйгуры. На обломках тюркской державы они создают уйгурский каганат. Именно к этому времени относятся первые известия о предках племени Байлар. Китайская хроника Таншу сообщает, что касается до поколений Карлук, Баян и Тюрк, покоренных уйгурами, они еще более томились и тайно были преданы тибетцам. В данном пассаже племя Баян названо в одном ряду с племенами, составлявшими основу погибшего тюркского каганата. Следовательно, оно имело схожее с ними происхождение. Тюрки, карлуки и род Баян, покоренные уйгурами, тяготились своим подчиненным положением. Не то чтобы гнет правящей династии был невыносим. Просто их свободолюбие было настолько беспредельным, что сама мысль о повиновении отравляла им жизнь. Поэтому в противостоянии уйгурам они блокировались с кем угодно – тибетцами, Китаем, монголами. Уйгуры жестоко подавляли любые сепаратные поползновения. В итоге многие оппозиционные племена бежали в пределы Китая, где из них формировались пограничные округа. Хроника Синь Таншу сообщает, что на территории современной китайской провинции Цинхай был специально создан округ Баян по имени поселенного в нем племени. Этноним «баян» состоит из корня «бай», то есть «богатый священный», и суффикса «ан». Конечно, в Китай ушло далеко не все племя «баян». История более многочисленной его части прослеживается по мусульманским источникам. По мере расширения тюркского каганата в степи Средней Азии хлынул поток тюрков. Здесь они ассимилировали местные сарматские и угорские племена. Так сложились печенеги и агузы. Именно эти племена стали основой для формирования многих современных народов – туркменов, турок, азербайджанцев, гагаузов, а также значительной части башкир. Согласно преданию, которое приводит персидский историк 14 века Рашид ад-Дин, у легендарного родоначальника агузов Агуз-хана было 6 сыновей, старшему из которых, Кюн-хану, достались племена Кай, Карауили и Баят. В последнем названии узнается видоизмененный этноним Баян. В результате контактов с монгольскими племенами название «баян» трансформировалось в «баят», в котором основа «бай» употреблялась с монгольским суффиксом множественности «ат». «Баят» значит «богатые», «священные». Тюркская калька данного термина оформилась в этноним «байлар».
Обозримое прошлое байларцев связывается с 7-8 веками нашей эры, конец первого тысячелетия. Тогда, по мнению ученых, байларцы составляли один этнополитический союз с бурзянцами, усерганами, то есть с древнебашкирскими племенами, и входили в большой конгломерат Печенежского союза. То есть в определенный период времени, в конце первого тысячелетия нашей эры, они составляли, Печенежский союз являлся гегемоном Северной Евразии. В 9 веке на территории Приоралья и по течению Сырдарьи складывается держава агузов со столицей в городе Янгикент. Примерно в это же самое время группа тюркских племен под названием Башкорт занимает степи к северо-западу от агузов, расположившись от реки Эмбы на юге до Камы на севере. К башкирам присоединяются некоторые агузо-печенежские племена – Баят или Байлар, Кай, Канглы и другие. Башкирский этнограф Раиль Гумерович Кузеев пишет: «В конце 8-9 веке в Волго-Уральской области появляются древнебашкирские племена. В составе новой волны кочевников были племена бурзян, усерген, муйтен, байлар, тамьян, бишул, ун, кудей». В 922 году Ибн Фадлан, направлявшийся по поручению багдадского халифа Аль-Муктадира Биллахи в Волжскую Болгарию, пройдя через степи агузов, вступил в Башкирию, где-то в районе Мугаджарских гор. Однако соседство башкир и агузов было недолгим. Уже в XI веке агузы под предводительством династии сельджукидов двинулись в свой эпический по размаху поход на запад. Агузы, теперь именовавшиеся турками-сельджуками, завоевали Иран, Ирак и большую часть восточных владений Византийской империи. Начались крестовые походы. И именно сельджуки стали главным противником вторгшихся в Палестину крестоносцев. Они спасли мир ислама от агрессии европейских завоевателей. Среди ушедших на Ближний Восток агузов были баяты. Другая их часть под названием байлар вошла в состав башкир. Вхождение племени байлар вместе с другими этническими группами в состав башкир произошло в довольно ранний период. Сам этноним байларцев в тех или иных вариациях фиксируется у казахов, каракалпаков, узбеков. И, очевидно, этноним вышел из агузской среды, где существовало племя баят. Этнограф Кузеев пишет: интеграция под общим названием «башкорт» племен бурзян, усерган, тангаур, тамьян, байлар и других на территории Древней Башкирии явилась основной фазой социально-этнического становления древнебашкирского этноса. Однако у каждого башкирского племени существовали и свои собственные правители. Например, в родословных и преданиях байларцев упоминается некий Бекчура-хан. Бекчура, судя по всему, был одним из родовых беев башкирского рода байлар, таким же, какими были майка-бей у башкир-табынцев, калдар-бей у башкир-кыргызцев, урдач-бей у башкир-мингов. В одном из шежере рода байлар, обнаруженном в архиве Института восточных рукописей в Санкт-Петербурге, рассказывается: «Мы, Оренбургской губернии Казанской дороги Байларской волости, род башкир, мы в нашей Байларской волости, разветвившиеся из четырех тюб башкиры. Бекчура-хан жил в Карагае, что в верховьях реки Иик. Его сын Абдулла-бей, его сын Иляс, его сын Сайман, его сын Якуб, его сын Янбулат, сего сын Бек-Мухаммед, его сын Таймухаммед-Мулла, его сын шейх Абд-ар-Рахман ибн Таймухаммад, прославленный в несчастьях, пришел из аула Муртыштамак, умер в ауле Тайсуйган. Названные аулы находились на территории современного Сармановского района Татарстана. Однако древний юрт байларцев изначально располагался в Башкирском Зауралье. В приведенном выше шежере утверждается, что Бекчура-хан обитал в верховьях реки Урал в местности Карагай. Уточняющие данные приводит башкирский ученый Мурат Рамзи. Мурат Рамзи,
родился в 1854 году в башкирском ауле Альмет Байларской волости Менделинского уезда Уфимской губернии. Автор исторического сочинения «Тальфик аль-Ахбар», запрещенного царской цензурой, и арабского перевода суфийского трактата «Мактубат» шейха Ахмеда Серхинди, имама Раббани. В «Тальфик аль-Ахбар» Мурат Рамзи пишет: «Имя Бекчурахана широко известно, обстоятельства его жизни неизвестны. Говорят, что он жил в верховьях Джаика, в местности под названием Карагай, а в нашем Шежере, что он жил на реке Ай, в местности под названием Тышкы-Ялан и Чубаркуль в Джаик-Карагай. Таким образом, юрт башкирского рода Байлар первоначально располагался в верховьях рек Ай и Урал, которые обе берут свое начало у подножья хребта Уралтау». Когда байларцы переселились из-за Урали на территорию современного своего обитания, неизвестно. Однако по устному преданию, записанному в 1967 году у жителя села Сарманово Татарской ССР, в годы монгольского завоевания Бекчурахан и его люди уже жили в долинах рек Мензеля и Агидель. Как согласовать это с данными Шежере, помещающими Бекчурахана в верховье Яйка и Ая? На этот вопрос должны ответить ученые. Мы же приведем текст предания. До нашествия полчищ Чингисхана и Батыя реки Агидель, Ик, Милля и Мензеля были глубоководны, богаты рыбой, а долины их покрыты густыми лесами. В тех местах кочевали башкирские роды Байлар и Буляр. Когда же через их земли прошел хан Батый со своим войском, мирной, спокойной жизни башкирских родов пришел конец. Хан шел покорять страну булгар и по пути уничтожал башкирские племена, грабил их. Особенно много бед испытал род Карагай-Атая, кочевавший между реками Мензеля и Ик. За неповиновение предводителю ханского войска седобородого Карагай-Атая высекли перед всем родом, а мужчин обезглавили. Это произошло в отсутствии Бекчуры, старшего сына Карагай-Атая. Когда Бекчура возвратился с охоты и стал очевидцем содеянного захватчиками, он, потрясенный горем, вознегодовал. Собрав джигитов, готовых пройти сквозь огонь и воду, он выступил против войска Батыя. Выследил и уничтожил врагов. Первое наступление Батый-хана на булгар было сорвано. Однако в сочинении «Тарих и Булгария» Хисамиддина бен Шарафуддина утверждается, что Бекчура-хан жил во времена Тамерлана и был правителем Булгара. Предание о Бекчурахане является главным воспоминанием о прошлом, сохранившемся у башкир-байларцев. В нем отражены исторические реалии их изначального обитания в Зауралье, факт их последующего переселения в Прикамье и легендарная история их борьбы то ли с монголами, то ли с Тамерланом, в которой обосновывается привязка к новому ландшафту и новой для них булгарской традиции. Когда башкиры-байларцы приняли русское подданство, доподлинно неизвестно. Скорее всего, это произошло сразу же после взятия Казани царем Иваном Грозным. Так или иначе, байларцы получили соответствующие жалованные грамоты от царского правительства на свои земли. Однако они до сего дня не сохранились, хотя в документах имеются многочисленные на них отсылки. Например, лето 1756 года, марта 29 дня, Уфимского уезда Казанской дороги Байларской волости команды старшины Надыра Килеева деревни Тураевой башкирцы ссылались на жалованную дедом и отцам их в 7205, то есть в 1696 году, старинную грамоту. Богатая и продолжительная история рода Байлар связана с именами множества выдающихся личностей, в ряду которых можно назвать одного из вождей башкирского восстания 1704-1711 годов, старшину Байларской волости Дюмея Ишкеева. Он был отправлен во главе башкирской делегации в Москву с жалобой на казанского комиссара Сергеева, бесчинства которого стали непосредственной причиной нового башкирского восстания. Однако в первопрестольной Дюмей был схвачен, привезен в Казань и там казнен. Вероломство царских властей стало одной из причин того ожесточения, с которым сражались башкиры, мстя за смерть Дюмея.
Основанное им селение ныне носит название Димитарлау и располагается в Сармановском районе Республики Татарстан. Согласно ревизии 1859 года Оренбургской губернии Мензелинского уезда 19-го башкирского кантона Дюмет-Торловой деревни башкиры составляли 225 душ мужского пола и 249 женского. Всего 473 человека. Байларцы были одним из самых воинственных башкирских родов. Несмотря на близость к таким форпостам военно-административной системы, как Мензелинск и Закамская линия крепостей, они не боялись браться за оружие, пренебрегая опасностью. Байларда мындай холык инде основном тиги эши тырган. Кубусе башкыртлар булган инде деп шутлана инде. Шул башкыртлар татарлар анда как бы эни Рус патшасының ягыннан килгән тиге каратыны операциялар вакытында алар восстаниялар күтәрәләр һәм бунтлар күтәрәләр инде. Одним из вождей Западной Башкирии в ходе восстания 1735-1740 годов наряду с Акаем Кусюмовым был Альмет или Аль-Мухаммед Мулла Каратай Мухаммедов, прямой потомок Бикчурахана. Именно его имени обязан своим названием нынешний город Альметьевск. Башкорт якларына менә безнең бу Әхмәт абыздан да күчеп киткән авыллар бар. Әлмәт авылына менә безнең зур Әлмәт авылы бар. Ул Әлмәт авылы гомумән менә Бикчураханнан килә инде ул кеше. Ул карт соңыннан монда елга бәләкәй дип шул Сарсаз елгасын теге Зәй елгасы буена барып утырган. Зәй елгасында Әлмәт шәһәре менә хәзерге Әлмәт шәһәре ул нигезләгән авылдан үсеп чыккан инде. Что касается Альметьева или Альметмуллина, то согласно ревизии 1859 года в данном ауле 19-го башкирского кантона проживало 392 башкира и 400 башкирок. Всего 792 человека. Это не единственное селение, связанное с именами предводителей народных восстаний. Многие деятели пугачевщины были из числа байларцев. Известен пугачевский полковник Тайхужа Мамыков и его сын Шафи Тайгузин, которые, состояв в войске башкирского предводителя Каранай Муратова, осаждали Мензелинск и Елабугу. Тайгузя Тайхужа Мамыков, башкирский старшина Байларской волости, полковник Пугачева. Жил в ауле Ургуда нынешнего Тукаевского района Республики Татарстан. Им, по всей видимости, основана деревня Тайгузина той же волости. Однако не только на поприще мятежей и бранной славы были известны байларцы. Из их среды вышло немало ученых, литераторов и религиозных деятелей. Взять, к примеру, упомянутого выше Аль-Мухаммеда или Альмета Муллу. Его родной брат Абдурахман был известным суфийским шейхом Накшбандийского тариката. Историк Мурат Рамзи пишет, шейх Абд-ар-Рахман ибн Таймухаммад ал-Бикчурай ат-Тайсугани родился в 1102 году хиджры в ауле Муртыш-Тамак близ Мензелинска Уфимской губернии. Получил образование в ауле Тайсуган Бугульминского уезда Самарской губернии. Был знатоком религиозных наук, и у него было много учеников. Родословная самого Мурада Рамзи пересекается с родословной названного шейха в 11-м поколении, ибо обе восходят к Абдуллабеку, сыну Бикчурахана. К роду Бикчурахана относился ученый Риза-ад-Дин Фахриддинов, а также народный писатель Республики Татарстан Аяз Гилязов. Относительно происхождения деда писателя в метрической книге сказано: Мензелинского уезда Альметмуллинской волости аулов Сарман и Муртыш-Тамак, башкирский указной мула Сахабеддин Гележеддин Аглы. Другим родом байларских башкир была семья Султановых, происходившая из деревни Кузяково, Калмашевской Тюбы байларской волости. Родоначальником фамилии был поручик башкирского войска Абдулджалил Султанов, получивший потомственное дворянство. Его потомки Мухаммед Рахим, Мухаммед Шариф, Мухаммед Садык, Мухаммед Латиф и Шагимурат Султановы на протяжении 30 лет были начальниками 11-го, а затем 12-го и 19-го башкирских кантонов. Правнук основателя династии поручик Мухаммедияр Султанов стал муфтием Оренбургского духовного магометанского собрания.
Как утверждает этнограф Кузеев, Байларская волость делилась на четыре подразделения Тюбы. Калмашевскую, Безякинскую, Бегинеевскую, Сологушевскую. Центром последней было село Салауш в Агрызском районе Татарстана. Недавно селение отметило свое 400-летие. В результате исследований выяснилось очень много интересных данных, вот, исходя из которых можно сказать, что эта деревня была основана примерно в 16 веке, возможно, раньше, возможно, и в период Казанского ханства. Изначально здесь жили башкиры, род Салауш, боярцы, род Салауш. И примерно на рубеже 17 века, в начале 17 века, сюда стали переселяться каирские татары. В репертуар праздничного концерта была включена инсценировка, посвященная некоторым страницам истории села Салауш. Михайлович, повелеваю, Уфимского уезду Казанской дороги я сошным башкирцам и бобылям, той кильдеку Чермышову с товарищи, владеть я сашною землею. Ребята в башкирских сценических костюмах играют своих предков, башкир-болярцев, сологушевской Тюбы, являющихся основателями данного села и хозяевами здешней земли. Сам факт проведения подобного мероприятия говорит в пользу пробудившегося интереса к собственным корням у башкир Татарстана. Оволның тарихын бір бек қызық екен олы. Оволның тарихы тұрында өзімді бекі бұқыдым мен біздің бабайлар, бабайларының бабалары, кемнер болғанлар, оларында бір алдық біз. И қойдан келіп шыққан наралар, нәрсе біле шүгірленген наралар, елекі вақытта барлық история, тарихыны үйренген іштен біз даже шуны білдік. Салағыш оғылы бүтін сұраулар білен, бүтін өзлерінің мұқтажылықлары білен Уфаға барып Уфада решейткен вопросларны. Менің білуімше біздің Салағыш халқында әлі башқұрт қаныда, башқұрт туғанлығы да бар деген фикірді мен. Представители фамилии Сахиповых в большинстве своем проживают в селе Емурзино Агрызского района Татарстана. Ревизская сказка 1859 года Вятской губернии Елабужского уезда деревни Емурзиной о состоящих башкирах и детей их сообщает, что здесь проживало 37 башкир и столько же башкирок. Всего 74 человека. Қазіргі вақытта оғылының бір башын башқұртлар башы, бір башы кілесіндер башы деп ертелер. Мен башқұрт башынан, ішінден, сонда туып үскен, менің анда бабайдаш, бабайдың әтесі дашында ешеген, бабай дашында, әтеяне дашында ешеді. В Татарстане имеется несколько селений, названия которых говорят о том, что здесь живут представители башкирского рода байлар. Ревизская сказка 1859 года сообщает, что в деревне 19-го башкирского кантона Старые Байлары проживало 752 человека. Вот моя родная деревня, Байлар, Подгорный Байлар. По материнской линии я с этой деревни, то есть с рода Байлар, которые произошли от башкир. У меня мать моя произошла из башкир, то есть из рода Байлар. Я отец из казанских татар. Я очень горжусь происхождением, то есть своим происхождением. Из телевидения как бы я знаю, что проводится в Башкирии Шаджира Байрамнар. Очень бы хотелось бы, чтобы и у нас в Татарстане проводились такие мероприятия. Очень было бы здорово. То есть, чтобы люди как бы вспомнили свои корни, чтобы они не забывали, как бы, откуда они произошли. Башкиры рода Байлар ныне проживают в селениях Стара и Новотураева, Ермекеевского, в Екшаево и Москово Туймазинского районов Республики Башкортостан. На территории Татарстана башкиры-байларцы населяют следующие села и деревни: Салауш, Емурзино, Кучуково, Варзи-Амга, Девятерня Агрызского района, Безяки, Тураево, Куразово Менделеевского района, Тленчетамак, Азьмушкино, Старый Байлар, Новый Байлар, Верхний Байлар, Биюрган, Калмаш, Калмия, Кускеева, Кулушева, Малтабарова, Подгорный Текермен, Верхний Текермен, Туирова, Тукаевского района, а также Тайгузина, ныне слившаяся с городом Набережные Челны, Гулюкова, Подгорный Байлар, Диукова, Кузембетьева, Тулубаева, Урусова, Усаева, Мензелинского района.
Сарманово, Азалаково, Старое и Новое Ахметово, Альметьево, Нижний Бекмет, Димитарлау, Ковзияк, Татарские Карамалы, Каташкаран, Курмашево, Муртыш-Баш, Муртыш-Тамак, Нуркеево, Арангазар, Семикеево, Чукмарлы Сармановского района, Атясево, Нижний Верхний Карачево, Кузякино, Старые и Нижние Урьеды, Чатово, Чинниково, Чураево, Актанышского района, Абсалямово, Байларово, Дымтамак, Ютазинского района, Татарская Тумбарла, Старые и Новые Чути, Бавлинского района Республики Татарстан. Башкиры рода Байлар имеют богатую и древнюю историю, уходящую своими истоками в этническую среду тюркского каганата, к печенегам, к державе присардаринских агузов, откуда мифический вожак волчьей стаи Башкорт вывел их вместе с другими древнебашкирскими племенами на Южный Урал. Как это не похоже на то, что думают о себе потомки древних байларцев? Налицо пресечение этнокультурной традиции, которое может быть преодолено лишь сознательными усилиями по изучению собственной истории.